В Хандыге прошла первая отчетно-выборная конференция молодежной администрации поселка. Были выбраны новые председатели и его заместители, а также подведены итоги деятельности за прошлый год. Обо всем подробнее в сюжете наших коллег. В работе конференции приняли участие мэр поселка Хандыга Михаил Алексеев, начальник отдела по делам молодежи и семейной политики Оксана Назаренко. В течение 2016 года молодежной администрации поселка Хандыга проведены благотворительные концерты в помощь погорельцам, на лечение, а также большие работы проделаны по расчистке хоккейного корта, установке уличных тренажеров на территории Хандыгской средней школы, ограждение территории детского сада «Золотой ключик» как собственными силами, так и с привлечением спонсоров. Также на стадии завершения регистрация молодежной организации как социально ориентированной некоммерческой организации. Всего за пост председателя Хандыгской молодежной администрации претендовали два кандидата – действующий председатель Николай Халанников и представитель местного отделения «Молодая гвардия» Павел Третьяков. Путем тайного голосования новым председателем стал Павел Третьяков. Никакие тут речи не оплата, это не какая-то там прихоть. Именно это зов сердца, душевный зов, необходимость что-то сделать для района, для молодежи в первую очередь. Также избраны 4 заместителя председателя и ответ-секретарь. На общем собрании со всеми изменениями и дополнениями единогласно утвержден проект положения «Структура молодежной организации». Будет выделено помещение, где мы будем собираться, проводить собрание. Также будет проводиться собрание со всеми полностью молодежными организациями. На сегодняшний день в активе Хандыгской молодежной администрации свыше 30 человек. Вновь избранный руководящий орган намерен их увеличить в разы и объединить усилия всех молодежных общественных организаций Тампонского района. Мария Винокурова, Сергей Москвитин, НВКСХ Хандыга.